Оля, привет. Живая, телефон нормально. Это самое. Оль, позвони попозже, меня тут сымают. Я падала. Все. Откуда знаю, тем все надо знать. Ну вот, ничего. Так-то мне не страшно. Я потому что не помню. Что я, зачем я помню, что за Степкой, вроде как за Степкой. Он же бегает, он у меня на балкон выбегает. Может, я за Степкой выбежала. Может, он и выбегал, там дырка у меня вот такая есть в этом я. А как меня, правда, что снесло с этого балкона, я не помню. Я очнулась уже внизу. И ничего, не башкой же упала. Ну вы потеряли сознание на какое-то время? Ничего, я летела, помню. Летела рукой, все задела, или этой, или вот этой рукой. Задела, видать, вот как вы говорите. Балкон, вот, да? Да. Долбушина Дерлёша внизу живет. Под вами? Подо мной, да. Ветром, правда, сдуло. А что сдуло, и я вообще ничего не знаю. Вот так. Не помню, как в ковше. Я думала, в машине. Не помню, девочки. Там же не проехать было. Да. Но мне кажется, этот ребята, да, у них машина была своя, не было, что ли? Не было, не было. Не Они было. Вместе с вами в ковше так и ехали. Да? Да. Как? Ну, у меня только руки. Я говорю, Господь миловал. Руки и ребра. Сестра говорит, заживут. Ну, заживут, так хорошо. А кто за лекарствами ходит? А Света придет сегодня ко мне, знакомая, с 8-го дома тоже. Угу. Я ей позвоню, она придет и пусть купит меня. За вас все так переживали. Ничего, по всем телеканалам показывали все уже. Говорили мне, я говорю, ой-ой, прославилась, говорю.